Движение по встречной полосе. Не был включен поворотник. Снизьте скорость. Превышение скоростного ограничения более чем на 20 км в час. Не был включен поворотник. Направление поворота не совпадает с включенным поворотником. Снизьте скорость. Не был включен левый поворотник при перестроении. Превышение скоростного ограничения более чем на 20 км в час. Не был включен левый поворотник при перестроении. Не был включен правый поворотник при перестроении.